Киев бомбили и объявили, что началась война. Но знаменитым песню сделал другой вариант текста, который первой исполнила Клавдия Ивановна Шульженко. В 1942 году, после выступления Клавдии Шульженко, к ней подошел корреспондент фронтовой газеты, лейтенант Максимов. И узнав, что он пишет стихи, Клавдия Ивановна решила предложить ему написать новые стихи к песне «Синий платочек». И вот так вот появилась новая версия к песне «Синий платочек». Потом Шульженко перепела эту песню, сделав это и военной, и лирической одновременно. Ты уезжаешь далеко, вот беспощадный звонок, и у вагона ночью бессонной ты уже странно далек. Ночной порой мы распрощались с тобой. Пиши, мой дружочек, хоть несколько строчек, милый, хороший, родной. Много лет спустя никто не будет узнавать в скромном работнике ленинградского ресторана Михаиле Максимове автора стихов «Бессмертной песни». Но авторского признания он все-таки дождался при жизни. Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что обещаешь синий платочек сбить. Песню про синий платочек петь я сейчас вам готов. Ты что, ты будешь петь? Нет, зачем? Сейчас вспомнишь Клавдию Шульженко.